Протест в Кипе. Несколько тысяч людей вышли на улицы крупных немецких городов, надев традиционный иудейский головной убор. Так они хотели выразить протест против антисемитизма. В Берлине в акции приняли участие около 2500 человек. Я считаю невыносимым, если антисемитизм вновь захлестнет этот город. У меня много еврейских друзей, но дело не только в этом. Я думаю, что это культура, которая нам абсолютно необходима в Берлине. Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер, выступая с речью перед домом еврейской общины в Берлине, призвал покончить с ложной терпимостью и обеспечить стопроцентное уважение не только евреям, а и всем иностранцам, а также представителям сексуальных меньшинств. В акции протеста принял участие и глава фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер. К сожалению, антисемитизм существует в нашей стране. С этим нельзя не согласиться. Но недостаточно просто говорить об этом. Должны быть конкретные действия. Тем временем в Кёльне против антисемитизма протестовали около 1000 человек. Они собрались возле Кёльнского собора. Когда еврейская община в Берлине сказала, что они призывают к солидарности, что граждане города должны одеть кипу, я понял, что этот призыв должен исходить не только от еврейской общины, но и, конечно же, от всего еврейского народа, организаций и учреждений, потому что это касается всех нас. И я сказал, что в Кёльне было бы хорошо призвать людей вне еврейской общины. И, как видите, это сработало. Акции солидарности с евреями состоялись после того, как на минувшей неделе в Берлине подверглись нападению двое мужчин, надевших кипу, чтобы проверить, насколько безопасно носить еврейский головной убор в общественных местах. Я считаю, что мы должны вместе бороться за ценности, демократию, свободу и уважение. Я очень благодарна за этот призыв. Подобные акции солидарности с евреями в среду прошли также в Эрфурте, Потсдаме и Магдебурге.